Все началось в Минске. Общительная 69-летняя женщина на вокзале познакомилась с двумя приятелями. На тот момент парни были еще несовершеннолетними. Пенсионерка пригласила их к себе в гости в Бобруйск. Через несколько дней молодые люди приехали к ней домой, где распивали спиртные напитки. Со слов допрашиваемого, в ходе распития его товарищ нанес женщине ножевое ранение, от которого она скончалась на месте происшествия. Тело потерпевшей они поместили в ванную, наполненную водой, после чего в сумке сложили имущество убитой и покинули квартиру. На этих кадрах следственный эксперимент. 36-летний подозреваемый дает признательные показания. Мужчину удалось вычислить оперативникам спустя почти 20 лет по биологическим следам, а конкретно слюне гостей. Было установлено совпадение одного совпадение биологического материала, обнаруженного на одном из объектов исследования, с генотипом подозреваемого в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Мотивом следователи называют корыстное побуждение. Известно, что на момент совершения преступления оба парня находились в розыске за разбой. В 2008-м подельник скончался. Перед судом за кровавую расправу 19-летней давности, ответит задержанный. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.